смыслов и нового, чего-то огромного, чего-то бесконечного. И вот чувствуете этот переход сами, как вы еще проталина и вдруг становитесь частью ручья. Не бойтесь, доверяйте телу. Постепенно задействуйте его полностью. И вот эта проталина скоро станет частью маленького ручья, впадет в маленький ручей, который течет себе где-то там по лесной полянке. Но он вроде бы не быстрый, там течение такое не стремительное, но все равно есть проталины, которые просто ищут свой путь. Это кажется просто...